Пункт временного размещения граждан Азербайджана, а также стихийный лагерь, расположенный на границе Магарамкентского и Дербентского районов, посетила группа медиков, прибывших из Москвы вместе с главным врачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, в сопровождении министра здравоохранения Дагестана Джамалудина Гаджимибрагимова. Делегация осмотрела пост скорой медицинской помощи, который дежурит на месте круглосуточно, а также медпункт на территории лагеря. Постояльцы лагеря, жители соседней республики, которые все еще не могут попасть к себе домой, также смогли получить консультации и профессиональные советы от столичных медиков.